Друзья, всем привет. Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня, 8 октября 2016 года, мы проснулись в 5 часов утра в отеле. Значит, выезд у нас состоится в 6 часов утра. Значит, почему такой ранний выезд? Потому что мы должны нагнать вчерашнее упущенное время, так как сегодня предстоит нам проехать не менее 700 миль. И сегодня у нас начинается день приключений. Сегодня у Владимира Величко начинается активный поиск в интернете денег. Значит, мы же будем продолжать свою поездку, будем выполнять поставленные задания. Это значит снимать интересные видеоролики, интересные места, которые мы будем посещать. Утром сделать краткий план на предстоящий день. И вечером должны каждый выложить свой отчет о проделанной работе за этот день, прошедший день. Вот, друзья, так что сегодня день будет насыщенный и очень увлекательный. Приключения плюс активный поиск денег в интернете. Пока, друзья, до встречи.